Здоровенький народ, какие дела с вами? Сергей Хелье, вы смотрите канал Hellplay, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Rayman Origins. Ребята, дорогие друзья, я прочитал ваши отзывы, рад, что многие оценили эту игру, ее атмосферу, то, какие она эмоции передает. Я рад, что многие из вас поняли ее правильно, и также не понимаю многих тех, кто... Знали, какая игра будет, я объявлял в группе, знали, что это за игра, но все равно приходят под ролик там, начинают поносить игру и так далее. Очень странно, откуда у вас время на столь какие-то бесполезные и непонятные действия, ведь игру можно просто пропустить и не смотреть, и пытаться заставить играть что-то другое, идти в чужой монастырь со своим устам. Очень-очень глупые действия, но пока те ребята бесятся и метают какахи везде, вот, мы продолжим играть эту красочную игру. Как вы помните, я остановился перед секретным уровнем. Мы набрали 25 этих фиолетовых чувачков, и сейчас мы там пройдем, посмотрим, что будет. Также, по поводу персонажей, я принял решение играть в разных летсплеях, ну, вернее, в каждой серии летсплея буду менять персонажа. Это, мне кажется, будет забавно, и мы посмотрим всех. Сегодня мы будем играть за синего Реймана. Вот так вот. Будет забавно. Ладно, ребята, а перед тем, как мы продолжим, давайте на счет три. Раз, два, три. Опа. Ой, не знаю, было ли громко. Давайте еще раз. Раз, два, три. Вот так вот. Надеюсь, было слышно. За ваше здоровье. Пью спрайт из алюминиевой баночки. Вот, ладно, тем временем мы продолжаем. Да-да-да, мы это знаем, играть. Вот, вот где мы остановились. 25 из 246 мы собрали. Вот, все-все верно, все сохранило. Что ж, идемте вот сюда, на вот этот вот уровень. И посмотрим, что он из себя представляет. А, нет, перед этим, стоп, мы зайдем в храпун дерева и обязательно возьмем вот этого Реймана. Теперь мы синенькие, я не знаю, но это прикольно. А видите, там за 35 у нас откроется какой-то, блядь, динозавр туповатого вида, я не знаю. В общем, будем играть за него. Персонаж здесь уйма, смотрите сколько. И вот тут вот еще есть. Ну, прям вообще офигенно. Вот, попрем дальше. Сейчас же мы должны быть на вы... Да, вот! Фантастика! Хорошо, фантастика, ладно, посмотрим. Весь этот мир фантастика, чувак. Поэтому все в порядке. Кстати, как у вас настроение? У меня вот за окном сейчас дождик. Удерживайте, если хотите бежать. Это мы знаем. Так, и что? Опа! Он от нас, он знает, что с ним будет, и он решил от нас убегать. Вау-вау-вау, там чуть нас не схавало. Это очень весело, ребят. Юмор в этой игре такой... А, я просрал, походу, да? Смотри, нет, я бегу. Нет, теперь я просрал. Вау, бежать за ним надо вообще, короче, по хардкору. Побежали. Теперь-то мы знаем. Вот так вот будем прыгать. Опа. Опа. Оп. Ух, смотрите, какой... Он для мебели довольно-таки это... Ну, как комод прям убегает. Смотрите, он довольно... Как это сказать? Оп. 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 Оп, оп, вот тут я запутался, охренеть. Да, видели вообще, какой этот, камшипы, как там вообще пройти? Там надо быть нереальным про. Не, ну мы должны сходить в сундук, у меня... Что там может быть в этом сундуке? Ребят, делайте ставки, возможно, там много денег, возможно, там секретный персонаж, возможно, там много-много люмов, которые нам помогут что-нибудь сделать. Я не знаю, правда, что тут делать можно на люмы. Ай! Блин, это сложно, и как бы это ни стало бесконечностью. Ну ладно, не бойтесь, если у нас будет очень долго не получаться, мы обязательно продолжим дальше, и потом к нему вернемся чуть попозже, когда мои скиллы в этой игре чуть-чуть станут лучше. Вот, я же сейчас, можно сказать, таки тренируюсь, да? Оп, оп, оп. Вот это, кстати, я зря сделал, надо было сразу... Да, надо было сразу цепляться и залазить за обрыв. Так, давайте еще раз. И музыка прикольная. Вернись в сундук, я не трону тебя, я ласково тебя вскрою. Насколько это возможно, конечно. Так, здесь надо пригнуться. Оп. Оп, нас все равно задело. Блин, это очень хардкорно. Я не могу понять, как там не потерять скорость. Ну, то есть, это, типа, очень трудно. А он, посмотрите, он прям же вообще, типа, короче, чувак такой. Заводной, если так можно сказать. Ему вообще пофигу. Он, у него скорость вообще не меняется. А! И вот скорости не хватает. То есть, ты когда там запрыгиваешь вот так с обрыва, как я, не хватает скорости. Попробуем все-таки оттолкнуться. Оп, оп, оп.
Так, надо почаще нажимать прыжок. Оп-оп. Так. Опа. Ой-ой-ой. О, во-во-во-во-во, как надо было. Вот она была, где ошибка. А-а-а-а! Вот это! У-ху-ху! Иди сюда, сундук! Мать твою! У тебя там наверняка куча-куча вкусностей крутых. Давай, давай! Да! Мы это сделали! А-а-а! Смотрите, там вот этот вот кристалл красный. Блин! Это хардкорно! Один. А если мы один отдадим? Что будет? Давайте пойдем отдадим. Сколько нам надо было отдать? 5 он сказал или сколько? Во! На! А, вот, все зубы ему надо ставить. Вау, я вам скажу, их там... Ну, их там прям дохуя. Ну ладно, теперь хотя бы с одним зубом будет. Будет, сможет хоть пищу нормально жевать. Ой, ребята, я так чувствую, что вот, вот с этими сундуками-то и есть основная проблема в игре. Мне кажется, что догонять эти сундуки будет жестко хардкорной штукой. Вот, ну ладно, мы постараемся справиться, ведь мы здесь, чтобы пройти игру. Хорошо, один сундук мы поймали, это было достаточно... Ну так, я бы не сказал, что супер сложно, главное привыкнуть к маршруту. Люмы для электунов. Хватай их, пока есть возможность. Ну... Слушай, ну мы это знаем. Я не... это как бы для нас... Вау, вау, что это такое? Вау, мы летим! И засасываем! Или нет? А, не пойму... А, это мы типа так атакуем. А, вот как мы атакуем. А это зачем? Нажмите А, если нужно стрелять. Нужно стрелять, конечно. Смотрите, сколько врагов здесь. Вау, это очень здорово. Вот, я о таком разнообразии с вами и говорила, ребят. Ну, то есть, когда нам дадут разнообразие в этих... А если мы... О, мы их засасывать можем. А, и нам дают какую-то, видите... Как-то по-другому дают все. А этого можно сосать? Ой, фу, какая противная, блядь. Вау, вау, вау. Это мы ее засасываем и, типа, короче, супер выстрел делаем. Да, это я ступил. Надо было вот быть здесь, тогда все они пересекутся. На! Выстрел в тебя. Так. Отлично. Фу, я, кстати говоря, очень не люблю мух, блядь. Они грязные, вонючие, откладывают личинки. Кто не любит мух, ставьте лайки. Вообще, блядь, насекомые, не приносящие никакой пользы. Так. Оп, оп, оп. Давай, 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 еще. Ух ты, ух ты, ух ты. А ракет можно подбить? Да, можно, но в принципе нам это ни к чему. Опа, опа. Нормалёсенько, идем. Знаете, только не хватает здесь, конечно, этих боссов. Ну, как бы, вы понимаете, да, о ком я говорю? Вау, а это что, пираньи? Да-да, смотрите, пираньи, мы приближаемся, и они, типа, это, хотят нас кушать. Нет, не прокатит эта хуйня с нами. Давай, иди отсюда, старик. Ну, очень прикольно. Это, кстати, тоже можем разрушать. Вот, так я не говорил, у меня за окном, кстати говоря, дождь, и... Я его очень обожаю, как вы знаете. Как вам вообще дождь, ребята? Вам нравится? Мы сдохли, потому что я загнал себя в ловушку. А, как это тупо. Кстати говоря, интересно, здесь есть секретки? Надо, кстати, от него избавиться сразу. Мы что-то, кстати говоря, слабо. Ай! Блять, ладно, я понял. Надо было сразу просто выбить вторую колонну. Давай, 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 сразу, 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 сразу. Вот все, вот теперь нормально. То, что... А, только одна, смотрите. Только одна здесь, понятно. Ёпа! Какие-то, что эти, ракетные шахты, которые у нас... Откуда у них все эти технологии? Где контроль за оборотом оружия? Я понять не могу, почему это происходит. И, кстати говоря, у нас у Реймана удар кулаком гораздо сильнее, чем, твою мать, выстрел этим, я не знаю, лазером или что это такое. Потому что старике им вообще, короче, пофигу. Смотрите, сколько надо стрелять из лазера, чтобы он хоть как-то осознал, что ему пора уже откинуть копыта старому. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Не-не-не, давай добьем. Есть, добили, добили, добили. Я видел, что он исчез уже. Так, ладно, того мы не стали освобождать и убивать.
Какое звездное небо? А еще я обожаю звездное небо. Я, кстати говоря, хату, в которую я переезжаю вот скоро, там, поскольку у меня впереди лес, там заповедник, короче, его типа трогать нельзя. И очень-очень, ну, на огромный, на огромном расстоянии. И фишка в том, что из-за того, что света нету, и, соответственно, небо звездное видно прям пипец. Очень круто. Чего, если мы хотим... А, мы же можем засосать. Воу-воу-воу-воу! На! Все, я понял, это нам так его трогать надо. На тебе в рот! Да-да, я рад, что тебя задел. На! На! Ой! А ему вот на это, ему, кстати говоря, все равно, видите? Непробиваемая птица из Angry Birds. Открывай рот. О, ну или так можно. На. Ой. Ой. Кстати говоря, ты она тоже засасывает и собирается. Нет, мы все засосем здесь. Это все наше. Ага, сдулось. Прикольно. Это все финиш, я так понимаю. Да. Здорово! Блин, мне очень понравилось. Но я не знаю, видимо, здесь секретов нету. Или это продолжение раунда у нас такое. А, вот. Вот так вот. Опа! Да, смотрите, секретки-то не... А, нет, это и есть вот... А, все, тогда все в порядке. Только я боюсь, что... Блин, 349. А сколько надо? О, ай, один не собрали, чтобы медальку получить. Вот это обида ебаная, блин. Сука, бля, обиды ёбаные, приуныл я чё-то. А так бы, смотрите, получили медальку. Чё эта медалька вообще дает? Напишите в комментариях, вообще она зачем нужна? Типа, просто на ачивку или она какую-то крутую штуку дает? Вот, не знаю, правда, что здесь можно крутое получить, кроме разных персонажей. Но, наверное, можно. Тарабарские джунгли мы прошли. А почему здесь, смотрите, есть сюда проход? Это мы тоже прошли? А, это храпун дерева. Понятно. А, пустыня Диджериду. Какое название? Будем пока... А, вот, это мир. А, это мы только из мира того выбрались. Ну, нихуя себе игра. Что ж, поехали. Бешеные прыжки. Звучит очень многообещающе. Бешеные прыжки. Неужели нас ждет еще какое-то разнообразие в геймплее? То есть мы сейчас будем, может быть, прыгать по каким-то крутым штучкам? Я не знаю. Ну-ка... Хватит глупить! А, ладно, согласен. Старайся, чтобы тебя не опузырили раньше времени. Возьми сердечко. Поделись любовью, твоим друзьям достанется дополнительное. Никому не нужна любовь, дополнительное сердце и дополнительные люмы. Смотри, чтобы тебя не сокрушили. Так, я так понимаю, на этом все. На этом, я так понимаю, твои... даже сердечко тебя не спасет. Ну-ка. Задание для дурака. Ладно, все, ясно. Вау, нас сейчас засосет и... Ну, это не совсем прыжки. Хорошо, идемте. Может быть, нас это ожидает в будущем. Вот так вот. А, вот прыжки. Офигеть. Вот это уже другое дело. Да, это забавно. Прикольный раунд. Вау. Ух ты. Так. Зашибись. Так, а как туда? А, вот там можно прыгнуть. Опа. Блин, очень здорово. Так, а это что, если он какой-то лазер? Наверняка долго стоять на нем нельзя. Так, на этом мы... А, вон, видите, он ходит, это типа электричество. А это в шипах. Смотрите, как ее преодолеть? Оп! Так, ясно. Так, мешки здесь теперь вместо тех... этих, ну вы понимаете. Вместо бутонов тех, которые мы били. И вот мне интересно, а как... Неужели на эту штуку прыгнуть? А, нет, вот, я и так добыл. Вау, а почему с первого раза не получилось? Наверное, плохо прыгнул. Опа! Достали сердечко, так. Оп, оп, опа! Ой! Так, ясно. Все, я сдох, понятно. Надо было действовать более аккуратно. Так, все, пошла отсюда. А, кстати, давайте ее... Нет, давайте мы тебя долбанем, потому что от тебя люмы. А если стоять на песке, что будет? Ничего не будет. Знаете, было бы прикольно, если бы он, типа, засасывал, и можно передвигаться только... Вот так вот. Ай да я им молодец. Оп, оп, оп. Кстати говоря, там наверху что-то, смотрите. А как туда забраться? Ну-ка.
Вот тут, наверное, забраться-то. Да. Вот так. Да, здорово, супер, достали. Новые враги. Они, кстати говоря, лучше стариков. Все-таки стариков не очень хочется бить, даже виртуальных. А птичек каких-то злых, жирных, в принципе, неплохо. Можно это воспринимать как охоту. И... и без... О, а вот и секреточка. Здесь, кстати говоря, вроде бы их не так трудно обнаружить. Вау. Ой, вау, тихо. Ой. Это было глупо. Как это я так... А, слава богу, мы перед секреткой остановились. Я не понял, почему-то как-то... Да, вот, тихо, осторожнее. Здесь просто их очень много, и легко пораниться о них. Да, вот так вот. Все, зашибись, спасли. Блин, забываю, как их зовут. У них такое простое имя. Как же их там звали-то, блин? Ладно, не суть. А, что-то я потянул спину, и мне, типа, короче, больно стало. И, ребят, я, типа, совсем уже старик. Врач. Здесь кто-нибудь имеет медицинское образование, там, не знаю, травматолога или что-нибудь такое. Придите, вылечите меня. Бедный Сергей уже скоро сдохнет, походу. А это вообще не круто. Ну, как минимум для Сергея. Для Сергея это не очень перспективно. Так, Так, как сюда залезть? Так, ладненько, давайте попробуем как-то... Вот я же как-то... Вот, я, видите, я же как-то дотягиваюсь до сюда. Там мешок, там дополнительные... Нет, вот так у нас не получится, к сожалению, дорогие друзья. Погодите. Что это такое? Вот это вот. Так, что это делает? А, они меняют местами их. Так, а это что делает? А, вот оно. Все, вот так вот. Слава богу, я заметил ту штуку. Вот так вот. Эти люмы-то не лишние будут. Смотрите, там нормально было их. Так, вот, давайте еще возьмем люмиков. Почему здесь электричество в этой пустыне? Что это такое? Или типа магия какая-то? Ну, естественно, магия. Мы же в магическом мире. Тихо. Так, а вот тут надо, короче говоря, поймать, так сказать, вот так. Вот. Так, Сергей молодец. Тихо, теперь главное... Вот так, да. Вот так Сергею нормалек. Так, и там вот внизу, смотрите, какая-то штука. И мы можем пройти, по-моему, тут мы не можем пройти в нее. Да, нам надо будет пробежаться сейчас вот там, по сеточке. Пойдемте, обязательно достанем мертвецкую монетку. Оп. Так, вот так вот. Вот, Сергей просто все рассчитал гениально. Кстати, так, находясь в воздухе, цель... ну это мы знаем. Это мы знаем. Нам это не надо уже говорить. Нам игра не перестает напоминать о том. Я хочу наружу. О, еще одна соска. Смотрите, уже сгореленькая такая. Че, давайте спасем. Женщин надо спасать. Они слабые существа физически. Вот. Так, кстати говоря, оказывается, у нас скролл-сайт идет. Скроллит уровень, поэтому. Вау! Это я переборщил. Там, видите, надо было вообще схватиться за... Вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Так. Сколько тут няшных всяких этих, вкусняшек разбросано, скрыто под всякими там батутами и так далее. Нас подразнили так. Так, давайте сначала подберем. Вот это вот, да. А, я понял. Тут ее и надо достать. Ладно, сейчас достанем. Вот так вот. Вау! Сила для полета! О, мы полет получили. То есть,
освобождаю этих девочек. Да, ну у нас и причесон. А как летать-то нам объяснят? Вот, ну, классика. Двойное нажатие кнопки прыжок, то есть зажатие, это полет. Вспоминается сразу Соник с этим лисенком. Забыл, как лисенка, какое у лисенка имя. Вот, помните, лисенок умел летать, и, короче говоря, когда только вышла эта часть, вот, все играли за лисенка. Потому что можно было летать, и это помогало преодолевать препятствия, особенно когда играете вдвоем. Так. О, полетели. Это мы теперь умеем. Зашибись. Смотрите, как мы теперь преодолевать препятствия можем, здорово. О, а там что-то типа секреточки спрятано. Мы сейчас обязательно туда... Тихо. Вот это вот плохо. Надо вот это вот не упустить. Тихо. И назад. Обязательно назад. Потому что там... Так, и вот так. Да. И вот сюда. Тут уж секреточка. Куда, кстати, мы, когда мы забираемся сюда, мы что, по этой трубе ползем, что ли? Ну-ка! Ай-яй-яй-яй-яй! Вот нас так нокаутировали! Так, надо быть осторожней с этой секреткой, то есть надо их бить... Надо их по очереди, вот так вот. Многие со мной не согласятся, мои тактики... можно вообще, кстати говоря, тактика... Убийство их снизу, она вообще дико крутая. Потому что, когда мы бьем одного, он подбивает второго в этот момент. Опа! Все, освободили их. Отлично, это вторая. Да, смотрите, мы пока не пропустили секретки. Они пока по порядочку нам идут. То есть здесь еще третья, надо ее тоже не пропустить. И достать этих фиолетовых парней, потому что они нам нужны там для прохождения в эти уровни всякие. С ящиками и так далее. Вот так вот. Как я нокаутировал вас, пацаны. Да, профессионально. Я Валуев учил драться. Все. И это третий. Ну что ж, 400 у нас этих, как его, люмов. Интересно, в этом мире уже насколько они как-то подняли рамку? Нет, не подняли. Вау, мы впервые не то что медаль заработали, мы впервые перебили аж на 50 люмов. Это не может не радовать. Погодите, вот посередине есть время. Может быть, когда мы зарабатываем медальку, типа что-то вот посередине открывается? Или время, это типа за сколько я должен пройти раунд? Типа дополнительный бонус. Если прохожу за отведенное время какое-то, то... Круто, медалька, и что? Танцующий Реймон. Ну что, это стоило того. Пусть парень порадуется. Назад, так, понятно. Идемте дальше. Что ж, бешеные прыжки мы прошли более... Да, видите, время отведенное есть для прохождения раунда. Только вот оно что-то не показано вот здесь. Там вот есть значок, но не показано сколько. Хорошо, пойдемте дальше. Лучшее музыкальное произведение. Так, ну-ка. Это намного лучше, чем кино. Ищи под каждым камнем. Ты можешь найти спрятанные клетки, полные электунов, которых надо спасти, будь умницей. А пузырь всех тварей, охраняющих клетку, тогда сможешь взломать ее. А пузыренные злодеи лопнут, дважды получишь люмы. В любом случае, или тебя опузырят, или я получу больше люмов, каждый обретет свою выгоду. Погоди, дай-ка я попкорна достану. Так, ладно, вот и все идеологии его. Понятно. Окей, хорошо, давайте. Смотрите. Мы бежим и... и как бы... Мелодия. Ну, вы понимаете, мы бежим и мелодия проигрывается. Вау, эти парни выглядят довольно добрыми. И выглядят они как платформы. И... Ну-ка. Так, давай достанем ее, да. Так, а мы можем теперь их убить? Так, мы можем его опускать все ниже и ниже. Да, смотрите, мы можем ее убить, но он потом появляется снова. Хорошо. С них больше ничего... Они работают... Ой-ой-ой-ой-ой. Слава богу, здесь нам ничего не грозит абсолютно. Так, и еще разочек надо. Стоп.
А, нет, смотрите, все. Так, в этой платформе ничего нет. Вау, это что такое? Ну, у тебя и моргала птица. Так, это и все, погоди. А, зачем-то ты тут нужна? Ты же зачем-то здесь... Ты же не просто так, птица. И ничего с ней сделать нельзя, смотрите. Ну, я к тому, что ее бьешь, а ей... Но... Меня не покидает мысль, что она здесь не просто... И мы ее взять никак не можем, ребят. Вау-вау-вау. Тихо. Нет, не пройти туда никак не можем. Да, странненько. Хорошо, пока... Пока мы пропустим ее. Может быть, потом мы поймем, зачем она была нужна. И пожалеем об этом. Потому что она открывала какое-нибудь суперлазерное оружие для Реймона, которое было здесь засекречено. Так, давайте быстрее. Быстрее, Реймон, быстрее, быстрее. Почему я такой криворукий говно? Ладно, я повелся на сердечко, чтобы его выпить. Чтобы мы могли получить больше люмов. Все, да, они закончились. Так, погодите. Мы теперь работаем с механизмами времени. А, вот, это чтобы сидели птички. Вау-вау-вау, там надо быть осторожным. Так, отлично, это я молодец. Надо не забывать, что я умею летать. Я понял, нам так показали, что здесь работают механизмы теперь. Ой, бля, это, кстати, я не подумал и мог бы сейчас вполне умереть. Таким образом, прыгнув на нем. Прямо бы в эту штуку улетел бы. Опа! Птица, извини, я тяжелый. Я сегодня по... О, а вот и секреточка. Опа! Так. Я вижу птичку. А, я понял. Так, осторожно. Я обожаю такую нестандартную хрень. Опа! Зашибись, надеюсь, это первое. Да, мы не пропустили никакую, мы супер молодцы. Ребята, блин, вы знаете, кстати говоря, кто из вас любит хот-доги? Я знаю, что, короче, фастфуды это полное дерьмо, и я вообще фастфуды, как бы, довольно-таки редко ем, но, вы знаете, как-то не странно, я тащусь там не по Макдональдсу или, или что-нибудь типа того, я тащусь по... Так, я хочу просто их попробовать убить. Да, можно, да. Вот, я тащусь по хот-догу. Знаете, вот, есть, как же он называется, давно уже там не был... это хот... Как ее назвать там? Хот-дог или нет? Я не знаю. Ну, эта штука, где готовят хот-доги, есть такая забегаловка. Блять, забыл. Стардог или что-то такое, бля, не помню. Могу ошибиться, но, в общем, вы понимаете, о чем я говорю. И мне так нравятся хот-доги, там, датские и так далее. Я не знаю, пиздец, я так тащусь по ним. Я один такой. То есть мне очень нравится хот-дог. Мне не нравится там эти гамбургеры там или еще что-то. А, монетка, нет! Черт, монетка, просрал я, ля-ля, блядь, я лах. Вонючий. Вот, мне так нравится что-то хот-доги, я не знаю почему. Может быть, я не люблю собак? Просто. Ну, я собак люблю. Нет, не из-за этого. Так, ладно, вот здесь еще одна монетка. Давай, монетка. Давай, давай, уже появляйся. Давай. Отлично. Пойдем далее. Не во все двери, кстати говоря, можно возвращаться. Видите, только где... Ух ты, что это я сделал? Только что я как бы забрался. Видите? Смотрите. Ну, как это я сделал? Так, погодите, это надо понять просто, чтобы в будущем мне это пригодилось. А, понятно. Опа! Дабл люмы! Жалко, они идут не так долго. И... Ну, мы, короче, сейчас люмов хорошо собираем, видите? Мы тогда собрали... Опа! И этого мы достали. Так. Вперед! Вперед! Так, вот тут надо, короче, типа ювелирные расчеты иметь. Вот это я взял и просрал. Зато я взял этот, как его. А, твою мать.
Ну я и лах, короче, блять, надо было вообще вот так вот сделать. Опа, птички. Так, вот здесь, короче, надо, опять же, ювелирный расчет. Ой-ой-ой-ой-ой! Ха-ха-ха-ха! Вот это я... А, чуть не погиб! Вот это я достал! Вот это я вообще молодец! Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Сердце мы, кстати говоря, добыли снова, поэтому все под контролем, все в порядке. Вы знаете, мне кажется, чего не хватает времени? Боссов! Ну, каких-нибудь прикольных чуваков, которых надо как-то угарно убить. Ну, знаете, я люблю убивать. Мое хобби — это убийство. Хотя бы в игре я это как-то... Блять, я перепрыгиваю. Ладно, в жопу этих клюмов. Чтобы долго с ними... Так. Так. Вот там вверху есть монетка. Вау. Это было плохо. Так. Нам надо вернуться на самом деле. Давайте погибнем. Да, я специально. Надо потому что вернуться и достать тех люмов. Так, тогда надо тут как-то... Тут надо как-то пиздец грамотно. Тихо, назад. Вот так вот. Зато мы достали мертвецкую монету. Интересно, можно там все вот так забрать абсолютно? Наверное, как-то можно... Опа! Я знал, что здесь секретка. Всегда... Опа! Так, тихо, осторожней. Почему мы не видим, правда? Так, а это кто? А, на... А, ой-ой-ой, она скотчей. Я думал, знаете, на нее прыгать надо. Не какая-то платформа там наверху. Интересно подали. Смотрите, мы не пропустили. Отлично, это был второй. О! Так, ладно, едем дальше. Какая гигантская птица, кстати говоря, ее там надуло прям не по-детски. О, выкакала она нам. Сердечко. А зачем нам вот это тут, я понять не могу. А, видимо, чтобы вот это вот достать. Как странно. Зачем это было нужно... Давай! Вау! Круто! Мне все, мне больше всего жалко эту дверь. Она еще такая... Слышали? Это, блядь... Жаль дверку. Дверь, знаете, как в фильме? Птичку жалко. Кавказской пленнице. Да, по-моему. Вот. А тут дверь жалко. Давайте освободим, бро. Все, мы прошли этот раунд. Довольно здорово. Интересные биомы разные такие нам подают. Пустыня, там, лес и так далее. Здорово. И еще и немного пытаются разнообразить игру и механизмами и так далее. Но вот здесь мы, короче, так себе собрали, но прям вот всего лишь на 5 лимов больше сделали, чтобы набрать второго фиолетового бро. Зато все секретки открыли. И достали всех. Это самое главное. Главное фиолетовых набрать дофига. Они открывают новых персонажей, и они еще вдобавок у нас... открывают проход к этим погоней за сундуком, которые, блядь, бегают просто как ебанутые. Я так бегал в школе, помню. От гопоты. Который я хотел отпиздить. О, мы вообще... Гляди-ка, на храпун дерева освобожден новый персонаж. Мы знаем, что это за персонаж. Это тот, который такой тупой и огромный, якобы. Смотрите, 45 требуется там. Мы, кстати говоря, можем относительно быстро. Ищи ветра в поле. Че, пойдем найдем ветра в поле? Че, проблема, что ли? Смотрите, а шляпы подсказчика на этот раз нет. Значит, нас что-то новенькое здесь не ожидает. Или ожидает. Вау. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Тут надо вот так вот подпрыгнуть, да. А, вот он нас поднимает с помощью этой штуки. Так, давай. Это нам нужно. Понятно, здорово. Физика, так сказать. Нет, зачем? Она нас должна была поднять. Блять, вот это, короче, плохо. То, что мы не набрали электунов там. Так, а вот здесь надо все рассчитать, я так понимаю. Да, дофига мы пропустили, потому что эти бяки, которые нас не хотели пропускать, они...
Давай, не-не-не-не, тихо-тихо-тихо. Быстрее-быстрее. Да что ж такое? Так, тихо, давайте поднимемся максимально высоко, насколько это возможно. Нет, нас задело. Так. О, пошли отсюда. Все, отлично, Реймонд съебался. Прям как ты, когда пиздил Сникерс из магазина. Так, кстати говоря, там есть что-то внизу. Да. Вау, погодите, смотрите, тут какой-то домик, в него нельзя... Знаете, были во многих платформерах эти прозрачные двери, короче говоря, когда текстура есть, но можешь пройти сквозь них. Вот я почему-то увидел окошко и подумал именно о такой. Так, ага, это мы достали. О, поехали! Вау, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Смотрите, я чуть, ну, не того. Так, вот здесь, короче, надо осторожно. Это было не так сложно, стоит признать. Так, и пойдем, нас сейчас засосет. И выплюнет вот тут. Вау, тут вообще везде ветра и всякие песочные штуки. Вот так вот мы всех собрали. Очень прикольно. Мы фактически летаем, получается, в этом раунде постоянно. А, о, секреточка. Так. Вон механизмы. Так. О! Зашибись. Прикольно. Мне нравятся такие вещи. Так, здесь прыгать мы не будем, чтобы... Вау! Ух ты, а я не знал, что так можно атаковать. Вы видели? Оказывается, если вниз... О, это первое, мы не пропустили больше. Если вниз нажать, он будет типа так, короче, крутиться, как колесо. Смотрите. Ща, как я это... Нет, тут что-то у меня не получается. И ладно, я потерял навыки этого секретного приема. Ну, ничего страшного. О, о! Вот так. Ой, тихо, тихо, тихо. Тут надо осторожно преодолевать этот раунд, тут же дофига шипов. И... Вау! Так. Так, тихо. Понятно. Блять, птица, ты ебанутая. А, даже если мы не... Понятно. Так. А, ты, значит, такая сука, что ты не запускаешься, пока нас нет рядом. Смотрите, какая падла. Вот тебе, блядь, так. Так, тут что-то внизу. А, блин. Вот это было зря, Сергей. Это было очень-то зря. Блин, вот это вот будет довольно-таки проблематично преодолеть, на самом деле. Смотрите, возвращает даже где уже как бы и не... Она где как бы и не дует. Ну-ка. Нет, ни в какую она дуть не хочет, когда нас нет рядом. Так, ладно, сейчас как тогда сделали, попробуем. Да что ж такое? Так. Давайте разберемся вот с этой. Тихо. И вот с этим. Да, вот так вот намного проще, чем оттуда. Чё, пошли дальше. О, тут нам дают попрыгать. Опа, и неспроста. Смотрите, а зачем вот тут нам дают прыгнуть? Непонятно, кстати говоря, вообще. Зачем нам там дали прыгнуть? Так, а как они хотят, чтобы я вот это добыл? А, как-то вот... Да, вот так они хотели. Вот такой у них был план на меня. Ну-ка. А, ну это просто... Так, все в порядке пока. Так, вот, смотрите, стоп, кусты. О! Так, все надо сразу достать, и не все мы, к сожалению... Так, я что-то не понял. О! Сейчас мы попытаемся достать внизу, который. Так. Опа. Ой, блин, смотрите, прям
чуть-чуть же было, могли бы дать фору, я не знаю, ну типа, засчитать. Вот блин, ведь почти удалось. Прям видите, миллиметра не хватило, чтобы он как бы нас поднял. Так. Да. Так, давайте, тут нужен, блядь, точный расчет. Сергей, ты же хороший математик, ты же спайкфолы проходишь в Happy Wheels, тебе это проблем не должно составить. Давай, давай, поднимай меня. Нет, нет! Бля. Не дотянул я, не дожал свой пропеллер. Так, так, все, сейчас то стопудово пройдем. Опа! Чёрт, бля! Что такое? Там надо, видите, попасть чисто на потоки. Давай, давай, поднимай меня. Так, итак, сейчас будет этот поток. Ага. Вот, сейчас будет вот этот поток. Сейчас будет этот поток, а сейчас будет этот. Блять, черт! Ну мы, кстати говоря, взяли ее. Нам же должны засчитать, да? Нет, сука! Как так? Я же взял, она зафиксировалась. Ладно. Это! Фух, наконец-то! Все, Сергей прошел, ребят, извините за этот ступор небольшой. Я думаю, ничего страшного. Вы мне простили. Вы не такие, как игра, вы зафиксировали мне победу. Так, 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 так. Так, так. Это было, блин. Когда хотел чуть-чуть повыше подняться, он очень резко меня начал поднимать из-за потока воздуха. Ну ладно, это мы пройдем быстро. Так, вот так вот. Видите, все, я же сказал, проблем... Опа, стоп. Вот так вот. Так. Давай, 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 поднимай меня. Е! Мы успели. Так, стоп, кстати, смотрите, там внизу. Че, попытаемся? Конечно, попытаемся! Ой, блин, возвращает как далеко. Не, ну мы не можем пропустить ту монетку, мы должны ее взять-то по-любому. Сейчас, да... Ой! Ладно, это не важно, жизнь здесь не так важна. Там все равно проваливаешься, если что. Попробуем, попробуем сейчас взять ее. Ну, что-то не активировалась у меня леталка. Так, я все равно успел. А вот это засасывает, смотрите. Что? Куда? А... Ахахаха, понятно. Так. Надо, может, оттолкнуться от, ну, вы понимаете. А! Так, почему не оттолкнулся? Почему это я не оттолкнулся? Почему-то он просто пролетел вниз, сука, давай. Ну-ка. Хотя бы так. Все, Сергей, проблема с самого начала. Он уже не в состоянии даже поднять эту хрень. Не говоря уже о той. Не, ну мертвецкую монетку надо взять, она так соблазнительно лежит-то. А, вот! Вот как я делал это. Кое-как получается иногда. Опа, отлично, Сергей. Уже просрал жизнь одну. Все. Вот так вот. Ай да Серега молодец. Так все и было предусмотрено в этой игре. Наконец. Я сказал, что мы возьмем ее, значит возьмем. Я мужик, я сказал, сделал. Так, а вот здесь прямо. Прямо-таки. Так, мы снизу пролететь сможем. О, там еще они. Тихо, 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 тихо. О! Вот это был! Вот это был! Вот это было опасно. Так, тихо, тихо, тихо. Так, что тут наверху? Ага, тут ничего наверху, понятно. Так, пойдемте наверх, это еще не конец.
Это все, что ли? Да. А, ну. Вот так вот. Блин, раунды такие, хардкорности прибавили. Я так понимаю, что дальше хуже. Я в плане, хардкорность будет все увеличиваться. Опа-опа-опа, тихо-тихо-тихо, смотрите. Это все шипы. Очень плохие. Ой-ой-ой, тихо. Так, добыли. Все под контролем. Так, и нас засосет. А, и выкинь тут. Отлично. Так, а тут ничего нет? Все. О, этот этап мы прошли вообще быренько. А, вот и все, вот и последний. Давайте всех убьем абсолютно. А, тут и надо всех. Так, осторожней, сейчас Сергей чуть не сдох. Все. Опа, пропустили мы одну. Где, интересно, она была сныкана? Я что-то таких мест не заметил. Но я был занят процессом попыток не убить себя. Кстати говоря, мы здесь зарабатываем медальку, что очень примечательно. Ну ладно, ничего, одного пропустили, это не смертельно. Мы все равно должны набрать это количество для прохода к следующему сундуку. Да, и зато медальку получим. Правда, абсолютно не знаю, зачем она нам. Зачем-то явно нужна. Назад, на луговину снов. Ищи ветра в поле. Что ж, так, нормальненько было. Хардкорненько. Кстати говоря, если мы заработаем следующие три этих, мы уже сможем... А, это и есть последний. Мы здесь должны минимум три заработать обязательно. Ребята, давайте вот здесь и остановимся. Спасибо, что смотрели меня. Надеюсь, вам понравились наши приключения в Реймане. Дальше сменим персонажа на другого в следующей серии. С вами был Сергей Халдей. Счастья вам, удачи и здоровья. Подписывайтесь на канал, добавляйте друзьяшки, вступайте в группу ВКонтакте и так далее и тому подобное. Всем пока!